Салам алейкум. Есть такой в Путляндии. Он страна волчуй. Ничего не может делать хорошо. Сколько не продали, много нефти, газ. Сколько не купили разные футболисты. Одиннадцать мальчиков бегали в тусах, их поймали дяденьки, делали вах-вах. 3-0, очень больно, хоть бы 3-1. Делали в сухую, не был мазилин. Уругвай, вай, 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 Уругвай, вай, 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 Уругвай, вай, 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 Уругвай, вай, 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 вай. Умный Вова делал нам чемпионат, чтобы незаметно пенсии забрат. Только этот чутко хитрый не прошел. Уругвай приехал, вах, нехорошо. Уругвай, вай, 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 Уругвай, вай, пенсия отдавай. Уругвай, вай, 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 Уругвай, вай, Вова отдавай. Бабушка Плетнева закон издает, пусть русская девочка черного не дает. А не то родится футболист Бавари, особенно если секс от Уругвай. Арабай-вай, бай-бай-бай-бай, Уругвай-вай, бай-бай-бай-бай, Уругвай-вай, бай-бай-бай-бай, Уругвай-вай, русский бабай. Привет, состройка, салам алейкум.